Всем привет! В этом простом видео для начинающих о том, как удалить папку windows.old с диска C Windows 11. Что это за папка? Эта папка содержит файлы предыдущей установки Windows, и она появляется, если, например, вы обновили систему с Windows 10 до Windows 11. В этом случае учитывайте, что после удаления этой папки откат обратно на Windows 10 станет невозможен. А также она появляется, если вы выполняли чистую установку Windows 11, но при этом не форматировали диск C. В этом случае имейте в виду такой нюанс. Смотрите. Если мы зайдем в эту папку, в папку пользователя, и там выберем ваше имя пользователя, то там будут ваши старые файлы из системных папок. Возможно, что-то из них вам нужно и нужно сохранить перед удалением. Итак, если папку нужно удалить, то не нужно ее удалять вот таким вот образом просто в проводнике. Для этого есть другие способы. Первый способ – с помощью параметров Windows 11. Заходим в параметры. После этого в разделе «Система» открываем память. Далее ждем, когда здесь проанализируется содержимое диска. И нажимаем по пункту «Временные файлы». Здесь также придется чуть-чуть подождать. В результате вы увидите пункт предыдущей установки Windows. Отмечаем этот пункт и нажимаем «Удалить файлы». Соответственно, папка удаляется. Бывает такое, что остатки этой папки все равно остаются на диске C, но в этом случае просто в проводнике их можно удалить. Это первый способ. Также можно использовать утилиту очистки диска. Для этого правый клик по кнопке «Пуск», «Выполнить». Вводим следующую команду «Clean Manager». Я укажу ее в описании под видео. «Ок». Выбираем диск, в данном случае C. Нажимаем «Очистить системные файлы». Опять же, выбор диска. Открывается окно, в котором показано, что именно мы можем очистить. И также, как и в предыдущем случае, ищем предыдущие установки Windows. Отмечаем, нажимаем «Ок», запускается очистка диска. Папка windows.old удаляется. Если вдруг она осталась на диске C, то просто в проводнике можно удалить ее остатки. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам!